Спустя 4 года в Праге снова встретились молодые пчеловоды со всего мира. В столице Чешской Республики проходил 7-й международный съезд юных пчеловодов IMYB. В последний день июня в отеле «Прамен» собрались команды из 20 стран Европы и Азии. Chceme podpořit zájem mladé generace o včelařství, protože jsme přesvědčeni, že v jejich rukou je budoucnost včelařství. I expect to learn something new and just test my knowledge. I expect to make new friends and meet new people here. Именно создание дружеских связей между юными пчеловодами из разных стран является одной из главных целей IMYB. Этому также поспособствовало существенное изменение формата конкурса, которое придумали инструкторы и победители IMYB-2012 Павел Досталик и Вероника Шепкова. Ten největší rozdíl je letos v tom, že jsme nevytvořili národní týmy, ale mezinárodní, kdy děti z různých zemí se spojí do jednoho týmu a budou soutěžit společně, takže budou muset překonat nějakou jazykovou bariéru a poznají se víc navzájem. Dřív to byla více soutěž, teď už je to více setkání díky tomu, že se změnil typ soutěže. Některé země jsou v práci se včelařskou mládeží rozvinutější na vyšší úrovni a některé méně. A proto nám tento systém soutěže více srovná podmínky. Сначала юные пчеловоды проверили свои знания в письменном тесте. На следующий день конкурсанты переместились в ареал Чешского сельскохозяйственного университета, где их разделили на 10 команд, каждая из которых должна была выполнить 10 конкурсных заданий. Мед, тил, потом медзистенку. Тимово мы си ведели поради, как мы из иных краин, а мислим си, что мы это квалитетно справили. Кроме работы с живыми пчелами, конкурсанты должны были проявить свои навыки в сбивании рамок для ульев, распечатке сотов и откачке меда. Их теоретические и практические знания пригодились и при распознавании растений или анатомии пчел. Самой сладкой и в основном самой любимой дисциплиной, конечно же, было определение вида меда по вкусу. Some of these honeys I've never before tasted, but my favorite is the one in Polish is lipa. Через 4 часа состязания закончились. Tady Orel, skončilo poslední kolo soutěže IMYBU 2016. Přepínám. Кроме основных конкурсов, на международном съезде юных пчеловодов была предложена обширная культурная программа, в рамках которой конкурсанты представили пчеловодство и культуру своих стран. Каждое выступление было очень оригинальным. Безусловно, обязательным пунктом культурной программы была экскурсия по Праге, которая включала в себя прогулку по Пражскому граду, Малой Стране и Карлову мосту. По завершению экскурсии участников ожидала торжественная встреча в Палате депутатов парламента Чешской Республики. If you've enjoyed it this year, look forward to next year, and you're most welcome to England 2017. Впереди их ожидало объявление победителя международного конкурса молодых пчеловодов этого года. На первом месте и абсолютным победителем стало дружество. 5. I think it was great. I don't think so to win, and it was so awesome. J'ai adoré cette compétition. C'était la première année que la France participait à cette compétition, donc ça fait plaisir d'être à la première place. 7-й международный съезд юных пчеловодов закончился корабельной прогулкой по реке Волтаве. Пока взрослые после насыщенной программы этого дня отдыхали за бокалом вина на верхней палубе, на нижней палубе молодежь веселилась на дискотеке. Дайте и вы молодому поколению пчеловодов вашей страны возможность насладиться этим прекрасным мероприятием и присоединитесь к семье Международного съезда юных пчеловодов. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Лондоне в 2017 году.